«Чувашее сердце Волги» – проект с таким названием представила наша республика на экспертную оценку в Москве. Там прошла защита инвестпроектов, разработанных регионами России для включения в программу Ростуризма. Об итогах поездки говорили на городской планерке. Более 50 регионов России представили на суд рабочей группы свои планы. Все они хотят попасть в перечень мероприятий проекта развития внутреннего и въездного туризма 2019-2025 годы. Нашу республику представляли председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Создание туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» – приоритетный инвестиционный проект республики. Он включает в себя два направления. Чувашия – центр оздоровительного туризма и Чебоксары – центр речного круизного туризма. К 550-летию города и столетию чувашской автономии предполагается сделать акцент на создании привлекательной речной витрины города Чебоксары, которой станут берега реки Волги. В целом у субъекта шансы неплохие. Мы можем привлечь еще более 1 миллиарда рублей. Решение будет принято в ближайшие месяцы. Как уже отметил, можем привлечь эти средства как на Красную площадь, так и на набережную. Но одно из условий – это завершение объектов, которые мы начали реализовывать в рамках программы 2011-2018 года. Мы знаем, что ведется исполнение набережной, а самое главное – проблема – это поправка в соцлете. До сих пор у нас объекты не введены в эксплуатацию. Теперь задача у парка – ввести в эксплуатацию оставшиеся объекты. Срок до конца июня. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.